Ведьмак 4 отменяется. Пиар-директор CD Projekt Red Радик Гробовский заявил, что игра Ведьмак 4 не была анонсирована. Вчерашнее заявление компании – это подтверждение новой саги во вселенной. Как сказал Радик, на данном этапе мы не обсуждаем никаких подробностей вроде истории, персонажей, механик или деталей сюжета. Также стало известно, что разработкой новой игры руководит режиссер Гвинта Джейсон Слама. Он возглавлял проект с июня 2021 года. И, как мне кажется, это хорошая новость, ибо Гвинт в последнее время активно развивает лор ведьмачьей вселенной. Именно в Гвинте не так давно появилась история создания первых ведьмаков, история создания ведьмачьих школ и много другого интересного. Будем надеяться, что разработчики и дальше продолжат развивать вселенную в этом направлении. В своих книгах Сапковский оставил очень много вопросов без ответов, и лично я рад, что проекты самостоятельно пытаются на эти вопросы ответить. Можно долго спорить о том, насколько это канон, насколько это близко к тому, что изначально задумывал Сапковский, но раз уж он сам не торопится давать нам ответы, это за него делают другие, и делают хорошо. Также стало известно, что игра не станет эксклюзивом какого-либо цифрового магазина. Многие могли напугаться этого сотрудничества с Epic Games, но все в порядке, будем надеяться, что это пойдет игре только на пользу. Что же касается сюжета и деталей будущей игры, пока никакой новой информации не появилось. Лично я могу быть уверен в том, что это будет большая полноценная игра по типу Ведьмак 3, а не какой-то сайт-проект по типу Гвинта или Золотого Накера. Ведь проекты сами написали, что оптимизируют новый движок именно для игр с открытым миром. Да я уверен, что анонс какого-либо сайт-проекта был бы менее громким, как тот же недавний анонс Золотого Накера. Если бы после вчерашнего анонса проекты заявили, что это снова новый Гвинт, фанаты бы их просто сожрали. Касательно этого арта с новым медальоном, мнения людей в интернете расходятся. Большинство, так же как и я, подумало о какой-то новой школе рыси. Кто-то уверен, что это школа лисы. Были еще разные варианты по типу волчицы, хотя мне это кажется странным. Кота, что тоже маловероятно, ведь школа кота есть и медальоны у них другие. Но больше всего, конечно, мне нравится идея со школой шлепы. Увидим ли мы Геральта и Цири? Пока абсолютно непонятно. Новая сага подразумевает именно новую историю, новую главу в нашей любимой вселенной. Хорошо это или плохо, пока непонятно. Еще я прочитал в интернете теорию о том, что события будут происходить уже задолго после основных событий Ведьмак 3, в котором все-таки Белый Хлад победит, и вот этот снег — это намек на то, что Белый Хлад все-таки пришел, и вот этот медальон — это новая школа, появившаяся уже после всех этих событий, после Белого Хлада. Люди как-то пытаются выжить, приспособиться, и появились вот такие вот ведьмаки новой школы. Теория интересная, но пока, к сожалению, кроме снега, который у нас есть на этом самом арте, ничего больше это подтвердить не может. На данный момент у меня есть только одно опасение. Проекты сказали, что это не Ведьмак 4. Возможно, будущие игры серии будут выходить вообще без цифровых обозначений. И есть вероятность, что вселенная может начать развиваться так же, как в свое время вселенная Assassin's Creed. Ubisoft сначала также убрали цифровые обозначения и позже решили делать абсолютно автономные игры с локальным сюжетом, никак практически не связанные с прошлыми частями. Я бы очень не хотел, чтобы проекты шли этим путем. Мне хочется видеть одну большую интересную историю, запоминающихся персонажей, несколько частей про одного героя, как было с Геральтом, почему бы и нет. Я бы не хотел, чтобы проекты начали клепать новые части Ведьмака одну за другой, делая их отдельными, не связанными друг с другом играми. По опыту Ubisoft можно сказать, что ничего хорошего из этого точно не выйдет. Мы с вами будем пристально следить за всеми новостями, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий, всех новых подробностей о Ведьмаке. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, пишите, что вы думаете по поводу всего этого. Ну а с вами был Найтмер, увидимся в следующем видео.